Следующий тренажер нашей линейки – вертикальный жим. Жим вверх, иначе говоря. Служит для проработки дельтоидов передней поверхности плеча. Сейчас Станислав нам покажет, как выполнять данное упражнение. Также мы заезжаем спиной. Фиксируемся, выдвигаем ручки в удобное положение для себя и выполняем движение вверх. Работает передняя поверхность плеча, передняя дельта. Также работают трицепсы в данном упражнении. Как и во всех тренажерах, здесь также можно приводом крайнее положение привести скамейку, и уже непосредственно может работать обычный человек на этом тренажере.